Награду Ольга получила из рук кумира дзюдоистов, олимпийского чемпиона Ясухиро Ямасита. В этом году в чемпионате мира приняли участие команды 55 стран, а количество участников превысило 1000 человек. Так что войти даже в тройку сильнейших оказалось непросто. Сученко Ольга Авдеева боролась с дзюдоистками из Великобритании и Франции. Лишь в финале она уступила победу спортсменке из Германии Норе Баур. Однако знатоки правил борьбы дзюдо, просматривая финальную схватку, отмечают, что Ольгу просто засудили. Не люблю, конечно, так говорить, но судьи были на стороне немки, поэтому как бы предпочтение ей отдали в качестве борьбы. Вот. Ну, очень интересно. Борьба, конечно, нелегкая получилась, потому что там женщины также выступают, мастера международного класса. То есть у них уровень намного как бы где-то местами выше нашего, так как у них и Европа берем, там очень-очень много соревнований проходит. Напомню, в июле Ольга Авдеева стала победителем чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Хорватии. Ранее сочинской спортсменке удавалось завоевывать награды только российских турниров. Сейчас Ольга преподает в спортивной школе, воспитывает юное поколение дзюдоистов. Среди них, кстати, двое ее дочерей.